Все деньги, выделенные на ремонт Красного моста, будут возвращены в бюджет региона. Вместе с тем идет поиск нового подрядчика. Об этом в рамках своего традиционного прямого эфира в социальных сетях заявил губернатор Андрей Клычков. С предыдущим подрядчиком, фигурантом нескольких уголовных дел, контракт расторгнут. В связи с этим сроки сдачи объекта сдвигаются. Задержка, да, полгода есть. Нужно это признавать. Я признаю, что, к сожалению, такая ситуация сложилась, но будем менять и в данном случае внимание, подход, ну и искать подрядчика, кто будет выполнять эту работу.